дерется с этими самыми. Угу. Впереди, впереди, посмотри вперед, папа. Папа. Оба. Можно пажа, потом мы спрячьте. Лось спокойно есть себе и все. Как не офигелось, такой спокойно, спокойно. Но этот дерется. Один какой-то нервный, другой. Хороший, спокойный. Опа. Мама ее. Мама. Ой, вообще. Ужасно. Он дал лосю в бочину, вы видели? Ну здесь. Поехали потихонечку. Он дал лосю в бочину. Народ, вы видели? Бедный лось. Он зафигачил ему в бочину. Значит, тот сказал му и пошел. Ты всем бампер подписывал. Ну, по сути дела, лось отогнал. Чтобы не мешать. Это, кстати, здоровее. Ой, взял, отогнал лося. Ну. Срюк этот тоже. Лиза, не мешай ему кушать. Как он ему в бочину забубенил-то. Ну подожди, лось это, наверное, девочка. Наверное. Да. А с рогами они эти. Поехали.